Ну а в четвертой школе чествовали умников и умниц Ненецкого округа. Это победители и призеры Всероссийской предметной олимпиады. В региональные этапы предметных олимпиад прошли 257 окружных школьников. 70 из них завоевали право называться победителями и призерами. И лишь немногие смогли пробиться в заключительные этапы. Полине Литковой, выпускнице школы поселка Красная и абсолютному победителю различных российских конкурсов и форумов в секции биология и экология, это удалось. Со своей исследовательской работой, сукцессией растительности и рекультивацией антропогенно измененных ландшафтов окрестностей поселка Красная и государственного природного заповедника Ненецкий школьница добилась больших результатов. Призерство Всероссийской предметной олимпиады стало еще одним подтверждением того, что девушка обладает уникальными знаниями по экологии. Задания были очень сложные, на рассуждение нужно было уметь логически мыслить и не только воспроизводить заученный наизусть материал. Вот. Ну и практическая часть – это защита своего проекта, это уже ближе, это то, что я знаю, то, что делала много раз, поэтому все получилось. Кроме экологии, естественно, научного профиля, Всероссийская олимпиада школьников – это точные и гуманитарные предметы, языки и экономика, право и ОБЖ – всего 20 дисциплин. По каждой из них на разных этапах в нашем округе есть победители и призеры – ребята, обладающие отличными знаниями. Вы, ребята, просто молодцы. Но я, конечно же, приветствую и педагогов, которые вложили все свои знания, умения, все свои методики и методологии для того, чтобы из ребенка, кажется, обыкновенного совершенно, который пришел к вам когда-то в школу. Сегодня мы получаем вот этого маленького гения. По подсчетам регионального центра развития образования, наибольшее количество победителей и призеров олимпиады принадлежит 1-й, 3-й и 5-й школам. Остальным есть к чему стремиться. Один учебный и 3 месяца летних каникул отделяют этих ребят от старта новой Всероссийской олимпиады. Окружных школьников ждут новые победы на всех уровнях и во всех предметах. Ирина Цепетова, Вадим Стасюк, телеканал «Север».